я сейчас пришла в спортзал, и я хочу прокомментировать эти кадры с Насибом, потому что я ничего не снимала из-за того, что было, во-первых, очень ветрено, во-вторых, шумно. Здесь, конечно, тоже шумно, но, надеюсь, получше. Пока все дома. Пока все дома? Как назывался фильм? Я не помню. Я тоже не помню. Мы ходили в старинный кинотеатр «Иллюзион», я вам там все ссылочки тоже добавила при монтаже. Нам очень понравилось. Конечно, это на уровень ниже, чем наш любимый, например, художественный, который самым-самым крутым считается в Москве, самый первый кинотеатр Москвы 1909 года. Но мы тоже очень остались довольны, будем его рассматривать, чтобы ходить в кино. А я кино не люблю, чтобы вы понимали. Я теперь оказалась в спортзале, стараюсь себя дисциплинировать и хотя бы два раза в неделю ходить. Бывали недели, когда я ходила один раз в неделю, но здесь сложно, потому что я действительно стыкуюсь, чтобы мы с Насибом вместе пошли. И у меня работа такая, знаете, созвоны, и в выходные не хочется ходить, вечером не хочется ходить. Поэтому, нет, ну не то, что не хочется, я не могу, я это имею в виду, то есть это не отговорки. Я на полном серьезе понимаю, что это мне для здоровья надо, поэтому нужно находить любые способы попасть в спортзал. И вот я понимаю, что мой способ – это ходить 2-3 раза в будни утром. И я хожу всегда с Насибом, в принципе, нам нравится, и все равно людей очень много в огромном зале. Я не представляю, что здесь вечером или по выходным. Слава богу, я как раз созвоны и встречи ставлю себе на вечерние выходные. Я сегодня снимаю все на свое магнитное крепление от стабилизатора. И вот это крепление тоже второе. Да, и Насиб меня снимает. Я еще впервые пришла с распущенными волосами, и я не скажу вам, что я как-то сильно спотела, пожалела. Вообще нет, я еще и с косметикой, ну, небольшой, но все равно, не знаю. Ну, конечно, в спортзал лучше приходить вообще и без косметики, и с хвостиком, и тем более, если я иду в баню и в хамам, но так вообще отлично сегодня. Буквально на полтора часика мы пришли, и сейчас бегу домой проводить созвоны. Я ехала с Дашей на выставку, я не знаю, это выставка называется, да? Флорариум называется.
Даша нашла это место, я вообще, я понятия не имела, что здесь такое есть, что можно в это здание заходить. И мы пытались сюда попасть на прошлой неделе, у нас не получилось, потому что тут буквально 7 билетов, ну, потому что это довольно небольшое место, здесь много людей не пройдет. И мы уже за несколько дней взяли билеты и прибежали сейчас, пришли в 0-0 минут. Мы еще мучились с бахилами, я жалею, что я не снимала, это такой аттракцион там был. Мне кажется, до сих пор, а вон я в рваном хожу. Здесь очень странные бахилы, и вот немного людей, по-моему, 7 билетов было, а нас тут сколько? Пятеро? Не все дошли, значит. Сейчас Дашу пофотографирую, Даша меня пофотографирует. Знаешь, как красиво? Потому что у тебя свитер синий, а свет падает красный. И в кино обычно синий с красным или оранжевый с зеленым делают цвета. Красиво так. Смотрю, да, вроде красиво. Мы, конечно, пришли больше пофоткаться, не почитать, но все равно красиво. Тут где-то просто укроп я видела. Вот обычный укроп растет, как дома можно вырастить. Вон за Дашей там красная земляника. Мы же скушать хотели. Еще растет береза и сосна. Ага, кстати. Ну вот, кому интересно, тут можете почитать. Классно, что такое освещение, но это же специальное, чтобы они росли. И постоянная вода капает, орошение. И свет солнечный. Смотрите, растения как будто на плойку завили. Это я сегодня пыталась такую прическу сделать. Смотрите, здесь прям цукини растет. Но, кстати, вот по этим желтым листочкам у меня ассоциация, что у нас на даче так растет тыква. Вдруг эта тыква так растет, почему-то она темно-зеленая. Здесь просто за листочками не видно. Шалфей здесь, кабачок написано. И зелень. Даша! Нет, Даша! Подходим к самому верху. Меня сейчас Даша снимала, и я внезапно здесь... О, здесь много их! Мы увидели огурец. Огурец. Маленькие такие, колючие, волосатые. Здесь много всего, кстати. Вот где-то тыква, здесь внизу вон. Желтая — это тыква. Я же вам про тыкву говорила. В общем, на самом деле интересно, и мне очень нравится, что мало людей. Здесь максимально 7. По-моему, все 7 билетов были куплены, но у нас 5 человек. Видимо, кто-то не добежал. Мы с Дашей прям бежали. Даша вся красная была, а я с одышкой, несмотря на то, что в спортзал хожу. Очень рада, что сюда сходили. Я даже не знала, что такое есть. А тут прям до... Получается... А, я сейчас... Мы сейчас с Дашей, когда пойдем, я ее отведу на крышу. И мы с крыши заглянем сюда, потому что я с подругой здесь гуляла. И я не знала, что здесь внутри что-то есть. Мы в темноте гуляли. Сюда просто нужно подняться, оно на такой горе небольшой находится, поэтому интересно. Мы тут уже полчаса, и все эти полчаса мы, по сути, фоткаемся. Я знаю, что кто-то в комментариях напишет, типа, что, зачем? Но, знаете, мы не ботаники. Вот у меня все то же самое, это в кабинете биологии было или на даче. Конечно, интересно почитать, и я думаю, если бы я с Насибом была, я бы вообще обалдела. Я говорю, Насиб, что это такое? Он бы мне рассказал, или он бы стоял, читал, он в очках бы сюда приехал. Я уверена, что ему тут понравилось. Вот, и, наверное, нашим мамам тоже, так что надо им посоветовать. Прикольно, тут есть вот такой огород, опять же, вот что-то дачное, потому что я сейчас вот на перчик смотрю, вам это рассказываю. А есть просто непонятные растения, ну, естественно, каких-то латинских названий. Кто не знал, кстати, латинский учила в школе, и вот как раз название лекарств и растений, мы тоже это все проходили. Я учила прям много лет. Помню ли я что-то? Ничего.
что, в нашем Простоквашино сегодня солнечно, поэтому, конечно же, хочется снимать видео. Обещали всю неделю дожди и серость, но, как видите, нет. Я уже утром помыла даже окошки, потому что солнце, конечно, показывает всю грязь, и я не могу мыть окна, допустим, каждые выходные или даже раз в месяц, потому что, ладно, окей, могу, просто это отговорка, что у нас рулонные шторы, они связывают два окна, и получается, у нас два окна полностью не открываются. У нас их три, окно-то одно, но в секции три, и две полностью не открываются. Пока ты не снимешь эту штуку, это нужна помощь Насиба или, не знаю, человек с супер длинными руками, чтобы ничего не сломалось. Ой, сама себя ударила. Ну, в общем, ваша краля собралась, а именно накрасилась. Еще не успела прическу сделать, думала гладкий пучок сделать, потому что довольно грязные волосы сегодня. Даже подготовила одежду, она у меня сложена была, это я сейчас в домашней, но... Никуда я не пойду. Я собиралась в некую инстанцию под названием МФЦ, потому что две недели, абсолютно каждый день, у меня не работала кнопочка записи по моему заявлению на загранпаспорт. Мне очень уже нужен загранпаспорт. Там, чтобы у нас по срокам с Насибом все не сдвинулось, мне нужен загранпаспорт. И Насибу тоже. У Насиба там еще хуже ситуация из-за того, что он менял гражданство. Видимо, там гораздо дольше это все проверять. Проверяют местонахождение там чуть ли не за границей, хотя не знаю. Ну, в общем, это затягивается в несколько раз дольше у него. У меня все одобрено, но две недели я вообще не могла никак записаться просто никаким образом в инстанцию. Постоянно была какая-то отмена, ошибка, в общем, что-то там по вине самих госуслуг, МФЦ. И как только я собралась пойти туда, вот сегодня я собралась, думаю, пойду, у меня сегодня последний день, чтобы это заявление мое не сгорело. И я собралась, уже накрасилась, думаю, ну дай последний раз зайду. Вот я каждый день по несколько раз заходила, проверяла эту кнопку, дай зайду, захожу, и у меня там доступно время записи, все, мне не нужно никуда идти, я просто кнопочку нажимаю и прихожу уже в назначенное время, в назначенную дату, не нужно идти разбираться, скандалить, там, я это вообще не хотела сегодня. Как будто мир прям повернулся ко мне, улыбнулся и подумал, что раз я готова решать проблему, идти на контакт с людьми, идти спросить, почему там такая заминка, что мне делать, как мне записаться. И в итоге появилась у меня сегодня кнопочка, буквально единственное время записи свободное, через две недели еще. Я не знаю, считается ли, что мое заявление уже сгорит, потому что месяц пройдет, но я не представляю, что будет у Насиба и сколько нам потом этот загранпаспорт ждать, и не сдвинется ли вообще наша поездка, потому что нужно же на номера загранпаспортов билеты покупать, вот это все делать. Мой человечек в голове, который всегда все делает заранее, особенно путешествия, это просто за год планирования, сейчас, конечно, переживает. Типа, а как так? В последний момент там что-то бронировать, там плохое жилье уже останется, или там варианты в три раза дороже, чем я бы заранее забронировала. Поэтому сейчас немножко переживаю, вообще, вписываемся ли мы в наши сроки, и поэтому пока еще не рассказываю про нашу поездку, путешествия, какие у нас планы, а планы грандиозные, между прочим. Узнаете потом все. Сижу, смотрю, как белочки бегают. Не знаю, я иногда вот думаю переехать из этой квартиры, а потом думаю, блин, я по 10 белок каждый день вижу. У нас нет окна в окна, у нас, не знаю, солнечная сторона. В общем, много-много факторов. Я понимаю, что я опять с тем на тему бегаю. Это значит, мне очень интересно, очень многим хочется поделиться с вами, очень многое рассказать. Это значит, что когда я хочу переехать, я иногда задумываюсь, что на самом деле это не мое истинное желание. Конечно, бы всегда хотелось квартиру побольше, получше, панорамные окна, там чуть ли не вид на Москва-Сити и так далее. Сити-парк, по-моему, сейчас ЖК есть в Москве, который с видом на Москва-Сити. То есть ты не в самом Сити живешь, где, ну, говорят действительно, что там как в аквариуме. Не знаю, не желаю, не могу никак прокомментировать. Но вот если рядом жить, ты, получается, в окошко смотришь, и у тебя как будто там Бурдж-Халифа, все небоскребы перед тобой. И я понимаю, что зачастую это мнение о переезде мне навязано. Да, конечно, опять же, хотелось бы всегда больше, лучше, но я понимаю, а чем меня сейчас что-то не устраивает. Вот если даже убрать, что я снимаю каждый день там свою квартиру, в блоге, то есть ее транслирую каждый день, если этот момент убрать, то я бы вообще никуда не переезжала. Я действительно думаю просто из-за того, что хочется больше какого-то съемочного пространства, больше красоты, больше другого интерьера, при том, что здесь мы вот именно в этой комнате сами делали ремонт, и меня пока что все устраивает, мне вообще ничего не хочется переставлять, передвигать. В общем, ладно, не буду вас загружать, болтать. Суть в том, что я остаюсь дома, никуда не иду, и я думаю, а что мне тогда делать, когда планы поменялись, и я просто думаю, так, что внезапно придумать? Насиб только что уехал по делам на весь день. У меня работа начнется часа через 3-4, поэтому у меня, по сути, свободное утро, свободный день для себя сейчас, полдня.
Мне сейчас написал бренд одежды, и мне так приятно. Вы знаете, что мне давно... Я, в принципе, все в блоге показываю, что мне присылают, и как подарок, и на рекламной основе. Вы все это видите, зачастую это продукты питания, полезное питание, здоровое питание. И я тоже это люблю, и мы с Насибом вместе это все кушаем, пользуемся. Я и друзьям даю попробовать, и рассказываю, что мне нравится, что там, допустим, по вкусам не очень. То есть я всегда свое честное мнение говорю, всегда все показываю. И тут мне спустя долгое время, спустя много времени, так правильнее сказать, прислали спортивный костюм и лонгслив, по-моему, там 3 позиции. И я в восторге, потому что такое последний раз было в конце 21-го года, если не ошибаюсь. То есть очень давно, обалдеть! И я так мечтала действительно, что мне пришлют одежду. Не потому что я как-то в ней нуждаюсь, а потому что последнее время я занимаюсь там своими укладками. Сегодня мы ничего не говорим про мои волосы. Пожалуйста, молчим. Слежу как-то за стилем, пытаюсь, чтобы он меня отражал. То есть не какие-то трендовые фишки добавляю, то, что у всех сейчас там, у всех, кто по Патрикам ходит в Москве. Я не покупаю какую-то вот такую хайповую одежду на один раз ради фоточки. Я стараюсь из своего гардероба, покупая минимум вещей, делать какую-то базу, делать то, что меня отражает, вот одеваться именно так. И я начала снимать буквально там, я не знаю, 5 видео сняла с одеждой, и видео 3, наверное, мы с Насибом вместе парные луки составляли. И мне написал бренд одежды и сказал, что хотят мне прислать костюм, причем, ну, по фотографиям он очень такой плотный, шикарный, шоколадного цвета костюм, на застежки, на зипке. И я об этом мечтала, и я Насибу говорила последние, наверное, полгода, что я ищу идеальную зип-толстовку. Причем какой-то мне хотелось цвет, либо светло-серый, либо бежевый, либо шоколадный. И тут, представляете, мне пишет магазин в соцсети с картинками, и они хотят меня отправить, сами предложили, потом там уточнили цвет, размер, и все уже пришло, мне буквально нужно выйти там из дома, забрать, и меня не обязывают там четко по техническому заданию рассказать, что вот это такой классный костюм. Я так понимаю, что я просто сниму переодевашку и поделюсь своим мнением, потому что, ну, сейчас я прям в восторге, я хочу увидеть уже эту одежду, чтобы потрогать, действительно оценить там швы, плотность ткани. Ну, стоит это того или нет? Стоит советовать своей аудитории, потому что мне очень важен этот момент, и я не хочу никогда нарушать вот такую гармонию, такой баланс в общении с вами и как-то где-то врать, где-то что-то делать ради популярности или ради денег, допустим, вообще такого не хочется. Поэтому самое главное — это связь с вами, а для этого нужна честность. Поэтому сейчас пойду заберу, посмотрю, что там за комплект такой, померяю, постилизую несколько луков, наверное, и с остальным своим гардеробом. Хотя, наверное, там только кроссовки какие-то нужно будет добавить и сумочку. Посмотрим, очень прям жду.